Первые итоги федерального проекта «Выбирай свое» подвели в Хабаровске. Поддержать отечественных предпринимателей предложила Всероссийская политическая партия «Единая Россия». На заседании общественного совета в региональном отделении партии обсудили меры, которые помогут продвигать местную продукцию и проблемы, с которыми сталкиваются предприниматели края. С подробностями Яна Ленкевич. В августе прошлого года в торговых сетях края появились полки с местной продукцией, помеченные специальным логотипом. Так в регионе стартовал федеральный проект партии «Единая Россия. Выбирай свое». Спустя полгода эксперты, представители власти и сами производители обсуждают, насколько проект эффективен и что еще нужно сделать для продвижения местных товаров. В дискуссии приняли участие руководители экономического блока правительства края, председатель Законодательной думы региона Ирина Зикунова. Одно из предложений бизнеса – единый контракт для начинающих предпринимателей с торговыми сетями. Производитель получает зеленый коридор в ту торговую сеть, с которой этот единый контракт ассоциация заключила. Ему не нужно бегать год, подписывать бумаги, доказывать. Он заходит тестовыми продажами, и через 3 месяца сеть понимает, работать с ним или нет. Предприниматель Илья Амирханов одним из первых среди местных производителей мороженого вышел на зарубежный рынок. Пробиться в крупные сети с небольшими партиями продукции оказалось гораздо сложнее. Малому бизнесу в регионе трудно конкурировать с западными поставщиками. И это еще один аргумент в пользу объединения усилий. Федеральный производитель обладает финансовыми ресурсами совершенно другими рекламными возможностями. Естественно, он свою продукцию будет рекламировать. А мелкий и средний бизнес, на котором строится экономика многих стран, реально, он страдает. В условиях экономических санкций актуальной стала проблема импортозамещения. В правительстве региона уверены, что сейчас для малого бизнеса открываются новые возможности. И рано или поздно отношение потребителя к отечественному товару изменится. Мы должны понимать, какие группы товаров мы можем себе обеспечить. И это касается в первую очередь овощей и продуктов их переработки. Плюс наша уникальность. То, где наше есть конкурентное преимущество у Хабаровского края, это наша ниша, которую мы можем сегодня, скажем, развивать. Проект «Выбирай свое» создан для поддержки российских предпринимателей и производителей отечественной продукции, а также развития сферы IT и науки. Сейчас в проекте принимает участие около 40 предпринимателей Хабаровского края. Яна Ленкевич, Андрей Авдеев, телеканал «Губерния».